Друзья, смотрите, какие грибочки растут. Его придавило беленький. Это Юля нашла. Она сказала, покажи это на камеру. Вот, раз. Дальше, смотрите. Два, и вот здесь, возможно, третий. Нет, а, тут 3-4, друзья. 3-4. Ну, это ерунда. Я вам покажу следующее. Это настоящий такой клондайк. Так, где-то. А, вот. Нельзя же не заметить его. Опа! Видали? Тюн-тюн-тюн. Хороший. Сейчас Юля вас заберет. И вот еще тоже малышок сидит. Съедобный. Белый малышок. Как вам такой, а? Скажите же, здорово. Да, да. Потому что 12 сентября 2020 года. Суббота. Погода прелесть. Просто прелесть. Лес сказочный. Все чудесно. Просто шикарно. Просто шикарно. И вот они. Вот такие белые, прибелые, боровые грибы. Ребята, это просто нашествие грибов, я вам серьезно говорю. Вон Юля ходит, она показала вот этот гриб, который кто-то раздавил, это до нас. Даже если мы, ребята, не ругайте строго, потому что их не, порой сложно заметить. Сейчас я вам демонстрирую, смотрите. Начнем, сколько их тут. Так, где-то был. Все, я его потерял. Ну нет, я должен его найти. Где-то, ладно. А, вот первый, смотрите, друзья. Вот первый. Достаем, убираем. Следующий, идем. Вот можно запросто, он как будто на тропинке. Тоже можно об него споткнуться. Так, есть. Поворачиваем голову. Здесь кто-то пнул, подъеденный, не знаю, наверное, пнул, потому что он такой. Есть. Поворачиваем голову, еще один. Есть, друзья. Дальше. Поворачиваем голову, вот он, растет красавчик. Так, дальше, еще голову поворачиваем левее, идем сюда, вот он, растет. Так, где-то, кажется, еще было. Было. Мы, конечно, 7 штучек насчитали, но, ребята, вы представляете, прям ходим по грибам. Извините, что так получается, что ломаем, но раз, два, три, четыре. 5, 2 потерял. Сейчас буду искать. Ну ладно, их много. А вон Юля показывает, говорит, возле палки там где-то. О боже. Представляете? А, ну да, смотрите, какие они. Вот они, малипуськи. Вон Юля еще говорит, туда говорит. Дары Сибири в прямом эфире. Беус, обалденно. Смотрите, какой снеговичок. Просто классный снеговичок. Заравниваем. Палку убираем. Что здесь уже грибов нету. Так, и, друзья, все-таки я хочу... А, идем туда, где Юля сказала. Где? А где?
Какой? Вот это? Нет, это ерунда. Короче, ребята, их много, тут некогда, просто ищем, потом покажу результат, буду находить. Ну, вот это? А, вот он, друзья. А вот еще, Юль, смотри, вот он, еще один. Представляете? Друзья, это просто что-то невообразимое. Один на одном. Один на одном. А, кстати, вот еще, смотрите, а здесь уже раздавленный. Кто-то раздавил старый. Но это жесть. Это классная жесть. Эмоции. В таком лесу, да почему бы не собирать? Правильно? Правильно. Помчали еще туда. Ребята, на этой полянке, вот эта полянка называется нехоженная. То есть грибов просто куча. Это нашли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 грибочков на одной поляночке небольшой. Да, конечно, какие-то с червячками, я их обрезал. Но опять не об этом речь. Смотрите. Вот, находил здесь. Что мы видим? Грибочек, конечно, который сразу не увидели. Я обалдею. Просто, ребята, это как в Самуськах было, как воровки. Вот прям, ну они, нету слов. Ребята, это, не знаю, как это сказать, ну это слишком, конечно, громко. Это лайк и подписка, да? Пошли искать другие места с лисичками. И попадается кто? Правильно, подосиновик. Вот прям такой шикардосный, крупный подосиновик. И сейчас я его возьму с собой, заберем. Ножка у него глубоко растет, поэтому под самый корешок. Ох ты какой красавец. Посмотрите, какой красавец. Друзья, все это не отходя от машины. Вон машина стоит. Поэтому я уже доволен. Действительно, предыдущие ролики это так ни о чем. А это начинается сказка. Пошли дальше. Ух ты. Костя тоже опять поляночку нашел. Приятно. Опять же недалеко. Ну да. Давай. Что ты? Мы ждем. Тебя ждем. А мы тебя ждем, когда ты начнешь резать их. Нам не терпится увидеть конечный результат. Сколько же мы насобираем грибов за сегодня? Буквально, что там? Сейчас без 15, 8 утра. Приехали сюда в 7. То есть уже, смотрите, почти пол корзинки за 45 минут. При том, что больше время у нас уходит на срезание грибов, нежели на их поиски. Потому что они растут, ну, очень близко друг с другом. А он еще, да, вот, опа, прям видно его. Красавчик. И вот они, такие жирненькие. И самое интересное, характерный звук, когда срезаешь лисички, друзья, это как будто режешь ножиком резину или резиной по стеклу. Что-то в таком роде. Приятный, приятный такой звук. Костя тут находит. Да, смотрите, сколько. А корзинка тяжелее все-таки. Грибы напитались влагой после дождя. И прям действительно вот как бы тяжело таскать. Но это наоборот только радует, потому что грибы таскать это удовольствие. А перед тем, как их таскать, надо найти и срезать.
еще, еще. Один за одним, один за одним. Прям сказочный лес. Что не говорить, а просто сказочный лес. Прям чистенький, твердый, прям упругий. Ай да маринованные грибочки будут. Честно скажу, нашли банки. Сегодня уже купили их. Крышки тоже купили. Так что маринование будет продолжаться. Хотя в погребе уже мало. Очень мало места. Друзья, а что это за птички? Вон одна, вон вторая. Они прям ко мне только что подлетели. Их три штучки. А, дятел. Улетел. Улетел и стал добитым. А этот вот тоже полетел. Вау-вау-вау-вау-вау. Кто это у нас тут сидит? Иголочками прикрылся. А? Белус? Обалденус? Смотрите, какой прям шикарный. Ой-ой-ой. Прям супер. Слов нету, просто говорю супер. И опять подтверждение. Срезан. Тун-т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 ун. Где? А, вот он. А рядом вот он. Рядом целый. Вот так вот. Вот так вот и есть. Маховичок. Маховичок. Беленький. Даже два. Нет, это рядом какой-то другой присоседился. Опа. Есть. И еще один. А вот, друзья, чуть-чуть дальше проходим и видим вот такой подосиновик. Он уже большенький, взросленький, но, надеюсь, и без червей. Да, шляпка ни капельки не искусанная, не съедена. Ай да здоровская. Ай да здоровская. Вот сколько у нас уже подосиновиков пошли под конец. Хотя начали мы с лисичек. Пойдем дальше. Ребята, только что камеру подвел к одному, сейчас, да, вот показать вам, вот такой, и рядом, прям как кора, вот похоже же на шляпку, похоже, только не здесь, а вот он, смотрите, вот он, я его сразу и не заметил, классные, классные такие бачата, еще что ли приехать завтра в лес? Грибы прям прут и прут. Дождик, если пройдет, это будет это бомба, сумасшествие.
А вот второй. Белка грибочек схватила и грызет его. Поскакала. Друзья, когда полянки не тронуты, они, грибочки, есть. Повсюду, вот как они растут. Сына, смотри, вот он спрятался. Красавица, еще рядом есть. Рядом есть. Вот повернемся вот сюда. И увидим. Вот он, еще один дружбан его. И растут они, и ждут нас. Ай да грибочки беленькие. Как там он зацепился? Ногой своей кривой. Ах ты какой! Ух ты, какие грибочки-то! Чистенькие. И без червячков. Вот это я понимаю. Вот это то, что надо. Ай да какие свеженькие, беленькие, белоснежные прям. Ой. Вот это я понимаю. Вот это самый натуральный смак. Ребенок оказался довольный, он нашел белый гриб. Сеня, что это? Среднячок. Среднячок? Да. Выкручивай его. Молодец, ребенок. Зоркий глаз. Прям молодец. Да, давай. Итак, вот Арсений нашел вот такой гриб. Молодец. Почистили и смотрим, что он абсолютно без червей. Он чистенький. Ну, продолжаем дальше. Дальше искать. Насобирали две корзины грибов. Попадались белые. Очень много белых. Все хорошенькие, шикарненькие. Были с червячками, но это редкость. Тем не менее, результат отменный. Маховички все вот такие, один к одному. Они мясистые, жирники. Ни одного червячка. Прям, ну, ни одного червячка в маховике. Даже вот такие крупные белые, и то чистейшие. Без червяков. Все просто здорово. Лисички. Ребята, середина сентября, лисички. Как вы думаете, что это такое? Почему так? Ребята, почему? Я ничего не понимаю. Маховики, маслята даже. Да, вот, маслята попадается. Ну, это не редкость, но тем не менее. Ну, смотрите, красивый, что бы не взять. Взял белых две корзины вместе с маховиками. Даже вот такие попадались. Действительно, их просто кто-то ногами выковыривал, вытаптывал и забирали. Ребята, что я могу сказать? Охота удалась, грибалка удалась, я счастлив, я доволен, я могу вам показать, как это действительно продолжается. Вот буквально мне казалось, что все заканчивается, но нет, реально нет. Завтра, я надеюсь, все-таки тоже с утреца поеду. А сегодня я что могу сказать? Что это был канал Юрганов Life.